Здорово, Капа. Привет, Санек, доброе утро, наши большие и маленькие телезрители. Все-таки не, Сань, я решила не подождать с сольной этой карьерой. Да, ну, а что, ты в хор пойдешь? В хор пойду. А возьмет ли тебя Сергей Николаевич Киселев? Ну, я не знаю, посоветую что-нибудь, какой-нибудь женский хор, может быть. Может быть. Но, друзья, на самом деле, у нас сегодня в гостях замечательный коллектив. Это хор «Созвездие», Сергей Николаевич Киселев. Здрасте, здрасте. Наш руководитель этого хора и наш друг. Сергей Николаевич, доброе утро. Пацаны, здорово! Доброе утро! Здорово. Сергей Николаевич, ну вот, мне кажется, уже мы так потихоньку выходим из того сложного времени, который, ну, всех нас застал врасплох, да? Наверное, не занимались. Не да? занимались, пацаны? Да, к сожалению, не было не только концертов, не было и занятий. Но сейчас, вот с января месяца, мы в плотном графике, мы работаем, здорово. Трудимся. И более того, стоящие в студии мальчишки, они успели выступить на нескольких концертах. Вот эти? Вот это были выступления, посвященные Дню защитника Отечества. Был фестиваль о доблести, о вере, о славе. Был конкурс патриотической песни, на котором эти мальчишки стали лауреатами первой степени. И был грандиозный концерт 27 февраля в Государственной филармонии. Вообще выход на сцену мальчишек. Слушайте, в концертном зале филармонии. Круто. Это сцена, которая требует особой подготовки. Конечно, конечно. И, конечно же, мы очень усиленно готовились, но я рад и счастлив, что этим детям посчастливилось выйти на такую сцену. Это был грандиозный проект хоровой. Назывался он «Певческие ассамблеи». Цикл концертов будет еще проходить в филармонии. Но вот мы в числе коллектива симфохора филармонии, хора УПИ и хора «Аврора» вместе четырьмя коллективами представляли каждый свою программу, а потом еще вместе спели с водным хором. Я вспоминаю свое детство, когда концерты в Государственной филармонии были, это особое волнение, особый трепет, действительно так. А сейчас, парни, волнуетесь перед тем, как выступить здесь, на четвертом канале? Волнуетесь? Да, нет! Давайте, поехали, послушаем. Сергей Николаевич, что вы исполните нам? Давайте мы споем одно из произведений, которое пели мальчишки на сцене филармонии. Давай, но споем его акапельно. А, здорово! Кто не знает, акапельно это без сопровождения. Да поняла я, поняла. Песенки это ни в чем не солгу. Три жареных гуся сидят на лугу. Биверле, баверле, биверле, берле. Три жареных гуся сидят на лугу. Вкусно попали вдвоем налегке. Отправились плавать по рейну реке. Биверле, баверле, биверле, берле, отправились плавать по рейну реке. Лодка неслась по равнине стрелой, и к ветру привязан был парус тугой. Биверле, баверле, биверле, берле, и к ветру привязан был парус тугой. Знаю, друзья, вы не верите мне, но это бывает не в каждой стране. Биверле, баверле, биверле, берле, но это бывает не в каждой стране. Браво! Браво! Спасибо, хор «Созвездие» у нас в гостях. Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, спасибо большое. Пока-пока, ребят. Биверле, баверле, пока. До новых встреч, пока.